А теперь расскажем об итогах сегодняшнего дня. В женском финальном забеге на 800 метров выступала чувашская спортсменка Вера Васильева. На первом круге она шла четвертой, на следующем сумела обойти двух соперниц. Бегунья финишировала второй с результатом 2 минуты 2,45 секунды. Золото досталось Александре Гуляевой. Сегодня же решится судьба наград в прыжках с шестом. У нашей землячки Анжелики Сидоровой есть все шансы стать первой. В завтрашней программе соревнования мужчин в метании диска и молота, в прыжках с шестом и в высоту. Также станут известны имена победителей в беге на 200 метров.